Депутаты заслушали доклад о деятельности Десногорского отдела внутренних дел за 2017 год и решили принять отчет к сведению. Решением 412, учитывая статьи федерального закона, устава муниципального образования и рекомендации постоянных депутатских комиссий, приняли положение о порядке предоставления ежегодного отчета главы муниципального образования. Депутаты внесли изменения в бюджет в части, которая касается затрат в связи с оказанием услуг пассажирских перевозок в городском автобусном сообщении. Рассмотрев обращение председателя комитета по образованию, депутаты решили наградить благодарственным письмом Десногорского городского совета младшего воспитателя детского сада «Мишутка» Татьяну Васильевну Лилюшину за добросовестный труд и в связи с юбилеем.